нормально, нормально. Ну, в смысле, Ларионов только что проехал. Поэтому я говорю, зря вы ушли. Разбортировали колесо и ушли через крышу. Во, Румянцев проехал наш. У него что-то... Ладно, короче, говорю, давай, машина. Вы это-то мясо пожарьте. Надо ехать. Да, сервис направо, вам налево. Ну, блин, я что сказал? Я же сказал ехать налево. Рулем.